Специализированный ЦОН работает в Шымкенте всего 2 месяца, но уже обеспечил серьезные поступления в бюджет. Причем здесь не встретишь так называемых помощников, предлагающих в обход законных требований решить все проблемы за ваши деньги. Автовладелец Умбетбай Кадыркулов говорит, что шел в спеццон уверенный, на оформление машины у него уйдет не менее недели. Я, честно говоря, пребываю в шоке. Раньше на оформление машины у меня уходило минимум 5 дней, а сейчас всего пару часов. Вы можете такое себе представить? Я очень благодарен тем, кто открыл в нашем городе этот ЦОН. К слову, помимо оформления и переоформления машин, здесь можно получить водительское удостоверение. Даже тем, кто пришел за правами на управление транспортным средством, не обучаясь в автошколе. После сдачи экзамена ознакомительная часть с макетом автодрома, а после непосредственная практическая часть. Здесь же, не выходя за пределы ЦОНа, можно оформить все необходимые документы и даже получить требуемые в таком случае медицинские справки. Есть дополнительные организации, которые оказывают государственные услуги, если да, необходимы для получения государственных услуг. То есть это сотрудники налоговой службы, департамента государственных доходов, и есть медики по получению справки 83, которые необходимы для получения водительского удостоверения, есть кассы, Казпочты, Эксимбанк существует и так далее. Администрация учреждения, с сожалением, признается, помещения для Шымкента маловато, а потому сейчас здесь планируют провести небольшую перестановку, чтобы всем посетителям ЦОНа было комфортно. Что касается жалоб, то если кто-то не удовлетворен качеством услуг, всегда можно позвонить по горячему телефону.